Бастион. Старый бастион. Мы упражнялись здесь еще молодыми ребятами. До испытания травами. Кажется, бастион населен духом. Видосик подъехал. Эй, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, и это Ведьмак 3 Дикая Охота. И мы продолжаем проходить. Как я уже говорил до этого, чтобы мне приобрести новое оружие и новую броню Школы Волка, нам необходимо отправиться в Кармурхен. Но чтобы отправиться в Кармурхен не просто так, я решил выполнить задание по сюжету. Нам необходимо забрать Уму и отправиться в Кармурхен. Я уже в Велине, где тусил Кровавый Барон. Необходимо поговорить с сержантом для того, чтобы забрать Уму. Поэтому давайте поговорим с сержантом. Но Я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. А это было бы ошибкой, смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему. И с катертью дорога. Премного благодарен. Так, но оказалось проще простого. Я думал, тут что-то будет сейчас выполнить. Это, блядь, чтобы забрать этого уродца. Но оказалось все намного проще. Конюши. Я забираю конюши. Уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что? Так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Открывай дверь, живо! Привет, малыш. Вот плотва. Мы на ней поедем в Кармурхен. Ну, пойдем. Ну, он реально уродец, блин. Хватит дурачиться, едем. Но, ребят, да, в Кармурхене я задание выполнять не буду, чтобы не бежать вперед прямо по сюжету. Потому что я еще очень много квестов таких не выполнил. У нас гости. На нильфгаардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, ни кого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. Блин. Что, я не доеду до Кармурхена, что ли? Я чё, зря этот квест забирал.
Это этот, который, в принципе, поручил меня Цири найти, да? День спустя, я просто день потерял. Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Бенглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. Император, Йеннифер. Я позвал тебя не любезностями обмениваться. Докладывай. Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат. Так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ страже? Оглянись. Мне достаточно кивнуть. Геральт. Слушаю тебя. Это... Этот человек — ключ к поискам Цири. Я даю тебе 3 свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело! Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Йен знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барон отправил ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же, не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием, и в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы, но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Каэдмил Фолье, Глайды в Дорне Айптенайт, Бундроитне Яхаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половина условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Четыре тысячи крон? Охренеть. Пусть будет так. Аудиенция окончена. До свидания. Я ж не стал там выеживаться, что я ее сюда не приведу, что она нужна для битвы с дикой охотой. Пусть якобы будет по... Ивоному.
По-тамошнему, блять, как тебе это режет немного слух. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя с Умой и Платой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр Морхен. Ничего, я в Каэр Морхене? Да. Каэр Морхен. Неделю спустя, прикиньте, целую неделю до тут добирался. Хвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Вот та самая крепость, в которой все началось. Долго тебя не было. Долго. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации... Глаза, уши, ноздри, заячья губа, а это... Тише, тише. Вот холера, права была Йен. Не красавец он, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важное занятие. Йен уже здесь? Здесь, здесь. Еще как. О, вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная, но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Кровать с балконом. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... А, тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Она из-за Триса ее выкинула. Так что задумала Ян? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Подозрительно. Рад, что ты тоже так считаешь. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на велохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Ну, а Йеннифер...
хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке, собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Ян? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Тут-тут-тут. Так, это моя плотва, с ней какие-то проблемы, да? А, но она не умеет стоять. Ну да, замок немного это... печали. Печально выглядит. Ну а так в целом вообще здесь шикарно. Почему Ламберт, а этот где? Мы же этого тоже отправили с Доревиката, блядь. Забыл, как его зовут. Блин, а себе это что за, блядь, чудище? Снова протекает. Да, далеко же у меня комната, блядь. Без кровати теперь. Что его разорвало? Ого. Сучий кристалл. Сучий кристалл. Ты решила нас взорвать? Геральт, прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весемир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню. Когда придет время. Сперва закончим подготовку. Ты нам не доверяешь? Доверяю. Но боюсь, что вы не доверяете мне. Поэтому предпочитаю держать некоторые вещи в тайне. Пока что. Извращенная логика. Так может казаться. Но ты еще поймешь, что я права. Ну ладно. А кровать не будем спрашивать. Прежде злить всего, ее только. Помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. Я поговорю с ними. Что еще? Есть еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. А с кем ты будешь разговаривать? Или это тоже тайна? Вовсе не тайна. С Идой Эмиан. Помнишь такую? Ее забудешь. Член ложи. Эльфская знающая. Вот именно. Знающая, как следует из названия, много знает. Поэтому я попрошу у нее совета относительно Умы. Ты доволен? У меня душевная травма после общения с твоими коллегами, знающими, не знающими. Но раз надо, значит надо. Думается мне, не на всех ты в обиде. Неважно. Благодарю за разрешение. Ладно. И как искать источник?
При помощи этого патестик-визитора. Патестик-визитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. Патестик-визитор. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. А, и еще. Да. Спасибо, Геральт. Так, у вас новый предмет, это понятно. Ну, на самом-то деле, мы же не за этим. Я, конечно, поставлю его. Так, а как его? А, ну, так он уже все здесь. Протест-визитор уже здесь. Здесь да. Ничего. А, я хочу все-таки отправиться на поиски брони. Сейчас вот спустимся. Я хочу проверить, появилась ли она вообще в списках. Или мне ее просто искать хер знает где. На самом деле. Нужно бы выбраться вообще отсюда. Давай. А это что здесь? Это типа здесь что ли? Ладно, хер с ним. Давай выйдем на улицу, а там уже разберемся. Мишку растянуло. Окей, так, давай глянем. Все-таки. Это помехи. Охота. Охота за сокровищами, да? Школа Грифона. Но это древности. Чертежи забытого снаряжения. Это не то. Это ведьмачьи древности. Это тоже. Или это то? Ведьмачьи древности. Походу, это оно. Обыскать, ну, давай проверим. Появилось что-то у меня здесь? Вроде как появилось. И даже как бы и недалеко. Давай. Давай отправимся на поиски снаряжения. Потому что оно там, ну, такое. Оно не сказать, что прям универсальное, но намного лучше, мощнее. Тем более, тут еще какие-то улучшения. Вот эти древности можно... Почему-то у меня ХП нету. Где пропало? Куда-то пойдет. Точнем. Точнули. А, вот как у меня ХП пропало. Я понял. Ой, чё я, блядь, чё там выпил, блядь. С непривычки не то нажал. Давай, медитируем. Отлично. Да, то, что я там улучшал, конечно. Дабы велохвоста приманить. Ну, окей. Я... Подожди, да почему другое-то задание взялось? Алло. Мы вообще-то бежали вот за этим заданием. Блядский рот, ну это что такое-то, блин? Типа что-то пещеры будет или что, или... А, ну слушай, я даже не добрался. О, блядь, мишка косолапый. Прости, медведь. Но твоя судьба обречена. Вот тут еще медведи. Ты
Старая сигнальная башня. Еще немного и совсем рассыплется. Так, тут что-то есть. Зимний клинок. Конечно, не то. О, здесь заметки. Ага, давай прочитаем. Так, изучение создания доспеха помогло мне вывести формулу новых сплавов и повысить магическую проводимость второго кристалла. Это может оказаться тем самым прорывом, который нужен мне для создания портала. Во время испытания я настроил его так, чтобы он вел пещеру возле подножия башни. Клянусь богами, вижу на горизонте огонь. Неужели загорелась сторожевая башня? Снаружи раздается какой-то шум. Я не могу спуститься. Дверь на лестнице закрыта. Что происходит? Здесь стоит осмотреться. Так, это, видимо, материалы для как раз для создания брони в целом. Данские доспехи. Так, обыскать. А что, типа еще что-то может быть или что? Да, там что-то красным подсвечено. Что-то не... Же, это не лестница. А, вот лестница. Похер. Письмо с извинениями. Все мы делаем ошибки, ибо человеку свойственно ошибаться. Главное учиться на ошибках. Если что-то сломалось, это надо починить. Если из-за нашей ошибки пострадали другие, пострадавшей стороне полагается компенсация за потрепанные нервы и потраченное время. А потому мы приносим извинения и просим у вас прощения. Мы не творим зла. CDPR. Портал. Не хватает элемента для усиления. Надо здесь осмотреться. А вот. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Телепорт открылся, но, похоже, он нестабилен. Один элемент — это слишком мало. Это фазан. Ну давай попробуем спуститься. О, кристалл. Блин, ну тогда его запрятали, конечно. Интересно, блин. Ну попробуем. Работает. Кто бы мог подумать. Пройти через портал, окей. Не могу двигаться, позвоночник сломанный, печень или селезенка разорвана. Я знал, что прыгать в заряженный всего одним кристаллом портал неразумно, но это лучше, чем смерть от руки крестьянина. Толпа вломилась в башню, отрезала путь ко второму кристаллу, нужно было бежать. Успел схватить чертежи для снаряжения школы волка. Надеюсь,
Варин сумеет спасти хотя бы их, раз не сумел помочь мне. Может, он еще успеет найти портал, забрать чертежи и спасти меня. Глупая надежда, мне осталось недолго. Но это только... Да, это только 4 снаряжения. Так, а что? Выбраться-то... Так, обыскать эту разрушенную башню. Так, ну давай, наверное, сначала тогда сюда отправимся. Мне тут так аккуратненько до спуститься. А, ну вот. В целом вроде получается аккуратно спуститься. Даже не нанеся себе в целом урона. Так, башня, это вот эта башня. Может быть, мне стоит забраться сюда, нет? И хотя она как-то сюда ведет. Ладно, погнали. Куда ведет у нас тропинка, хотя, да, возможно, она меня ведет вообще той, да. Окей. Блин, сколько тут медведей? Если нужно кому-то пофармить медведей, знаете, что их в Кармархине овер до хрена. Бастион. Старый бастион. Мы упражнялись здесь еще молодыми ребятами. До испытания травами. Бастион населен духом. Так, а что его? Собрать мотогинчик. Светильник покажет больше. А какой светильник? Так, светильник, блять, это что-то мне нужно. Так, светильник. Это вот это, да? Светильник. Давай его пока сюда поставим, окей. Ты качаешься из стороны в сторону, как тростник на ветру. Что это такое? Голову ровно! Держи стойку! Быстрей, быстрей! Ты качаешься из стороны в сторону, как тростник на ветру. Что это такое? Голову ровно! Держи стойку! Быстрей, быстрей! Ты качаешься из стороны в сторону, как тростник на ветру. Что это такое? Голову ровно! Держи стойку! Быстрей, быстрей!
Так, дневник. Снаряжение Эльгара оказалось выше всяческих похвал. Я понял это, как только взял его в руки и сразу сказал, что каждый обученный нами ведьмак должен получать такое оружие, если мы впрямь хотим превратить этих сопливых, нежных, грозных победителей чудовищ. Сколько раз мне еще нужно просить нашего уважаемого чародея уделить хотя бы толику его драгоценного времени настоящей работе? Пользы от него будет больше, чем от чирья заду. На заду. От чири. Чирья. На заду. Чирья. Это что, типа, блять, прыщики? По крайней мере, Хирт, его помощник, разбирается в кузнечном ремесле. В кои-то веки эта парочка занялась делом. Чертеж стального меча, наконец, готов. Если они ничего не попутали, завтра я выкую первый клинок. После тренировки можно будет зайти в мастерскую Хирда в старой сторожевой башне и спросить, закончил ли он чертеж серебряного меча, как я обещал. А потом еще загляну в башню Иеронимуса. Чертеж брони тоже должен быть готов. Только что мне показалось, будто я слышу звук сигнального рога. Вино ударило в голову не иначе. Какой дурак решится напасть на замок, в котором живут ведьмаки? Стальной меч. Я окей, я стальной меч нашел. Это понятно. А что я сделал-то? Я хотел меч убрать. Так, хорошо, это мы нашли. Теперь мне необходимо отправиться, ну ясно. Но это далековато. Нужно стопудово мне коняшечку мою. Плотва. Я в целом, ну, мимо медведей. Блять, сколько здесь медведей. Реально дохрена. Тревога лошади, но лошадь чуть... Воу. Стой. Блять, вот это... Блять, это, конечно, хорошо, что ты остановилась. На! Слушай, если... А мне вообще... Ну, мне спускаться в любом случае надо. Мне спуститься и потом опять забраться? Ну это уже пипец. Так, лошадь спустилась у меня? Да, спустилась. Ну и все, значит, отлично. Дальше мы путь продолжим на лошадке на нашей. Я тут в трех соснах заблудился. Там еще тут. Или просто лошадки скачут. Да, из-за этого тумана ни хренашеньки не видно. Куда скачу? Непонятно. Ой. Опять медведи. Лошадь, не тревожься. Нет, тут реально медведи. Опа. Блять, это кто? Это леший? Стой, стой, блядь, да стой!
Объятие проклятого. Так, ну тут волчары. На волчар мне в целом похер. Погнали дальше. Так-то я уже почти прискакал. Осталось совсем чуть-чуть. Плотва, ты же не боишься волков? Че? Ты же мощнее. Руины сторожевой башни. Все, тормозим. Все, они обе сдохли. Так, и сразу я нашел дневник. Пишу эти строки в торопях, ибо каждая минута может стать для меня последней. Орда вооруженных крестьян обрушилась на замок, когда они напали, я работал в мастерской над чертежом нового серебряного меча и поэтому ничего не заметил. Я забаррикадировал двери, но чувствую, что долго им не продержаться. Надеюсь, Варин спасет меня до того, как обезумевшая толпа снесет их. Так, а ведь мог я сбежать всего этого кошмара, если бы только послушал наставника, нацарапал несколько записок, в которых перечислил места, так или иначе связанные с похождением знаменитого Эльгара. Поговаривать, будто этот ведьмак из школы волка нашел способ улучшить ее снаряжение, и я собираюсь забрать оставленные им чертежи. Если бы я отбыл хотя бы вчера, то уже находился бы далеко от Кэр-Морхена, и мне ничего бы не угрожало. Вместо этого я решил отложить путешествие и теперь сижу здесь, дрожа и опасаюсь за свою жизнь. Так, ну типа я как бы все, да, тут типа все собрали мы. Теперь, а ну сюда залезу, шкура. Ага, как мне туда залезть? Я хочу туда залезть. Ой. Ну это тоже, конечно, один из вариантов. Стой, блин, только не упади. Так, тут кроны. Улучшенный. Я сразу нашел улучшенный стальной меч. Вот это, блядь, нормас. Так, ну вроде все. Так, поискать следы у входа. А, слушай, ну это пройти по следу. Это еще не все. Это, как я понимаю, это еще не все. Я могу телепортироваться? Да, я могу телепортироваться. Отлично. Давай тогда. Охренешенький, блядь. Мне нужно часочек помедитировать. Отлично. Где-то возле Кэр-Морхена. Поискать следы. Одуванчики, блядь. Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Он мне должен что дать? Что-то крутое, да? Или где лежат, типа, улучшенные эти штуки. Ага, я уже что-то, походу, нашел. Нет, или что это?
А, это роголистик. Опа, я что-то пропустил, да? Ага, ага, понял. Тортрахин? Я нашел какой-то тортрахин, блядь. А, это даже и не здесь. Это еще дальше. Да, по траве. По траве не очень следы видать. Так, стой. Следы ног и козьих копыт. Интересно. Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот Эскель разбил лагерь. Надо только найти что-нибудь, чтобы быть тут подольше, чтобы было проще взять след. А что я еще тут? Кусочки содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Клок шерсти. Ух, точно, козье. Так, дабы велохвоста приманить. Следы Эскеля. Нос меня не подводит. Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Подожди. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Я, блядь, тебе квест, что ли, начал выполнять? Ничего, блядь, балдуй. Понять не могу. Рад тебя видеть, наконец-то. Бля, у него крутая броня. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплю с чародейками. Не то что некоторые. Впредь постараюсь только спать с чародейками. Не сомневаюсь, что это самое приятное. Хотя, надо думать, не самое безопасное. Слышал? Летит. Вон он. Угу, вижу. Неудачно он выбрал день для прогулки. Здоровая скотина! Ничего, справимся. Галера! Уходит! По крыльям его! Настичь велохвоста. Ну да, это дабы велохвоста приманить. Что-то не то началось, короче. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг велохвост его подерет? Какое там? Василек — боевой конь каэдвенских кровей. Он справится, если что. Потерял много крови. Артерия перебита. Кровище-то светлое.
Вот бредут овечки по лугам на солнце. Пастушка не видно, слышно? Колокольцы. Что это за песенка? Да, корская песенка, как раз чтобы лазить по скалам. Мамка мне пела. Помнишь ее? Только вот эту глупую песенку. Больше ничего. Слушай, ну я куда-то не туда иду. Да, волк? Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Угу, тут пещера. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежит. Улучшенные перчатки школы Волк. Режь сзади сразу под черепом. Ян не объясняла, зачем ей это. То есть ты тоже не знаешь? И тебя это не беспокоит? Конечно, беспокоит. Но без ее помощи мы не снимем проклятие. Может, взял бы лучше Трис? Я так скажу. Если Йен не справится с проклятием Умы, мы всегда сможем обратиться к Трис, и она на нас не обозлится. А вот если сделать наоборот... Тут бы такое началось. Вот именно. Ладно, хватит об этом. Пойдем. Окей, это мы добыли. Да, волк. Все с этим понятно. Еще... Так, вернуться в Кэрморхен. Подожди, блядь, я вообще... Охоту за сокровищами так-то... Это снаряжение. Вот это что-то забытое тоже снаряжение. Не могу понять. Так, грифона. Блин, ну это... Так. Как мне выбраться-то, блядь, оттуда теперь? По карте. А. Плотва и Василёк, блядь. Слушай-ка, а может сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, Плотва или Василёк? Что скажешь? Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свиньи обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромой свинья! Кто первый в Кэрморхене, тот лучший! Ой, я еще и сохраниться, да, теперь не могу? Нет. Но! Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, куда я нахуй? Я потом, блядь, не удивлюсь, если мне вообще потом в обратную сторону надо будет. Смотри, шею не сверни! Да, это было легко, блядь. Ну, наконец-то. Я тебя заждался. У меня седло сползало. Ага. Плохой балерине пачка мешает. Сам ты балерина.
Только холера верховая. Тебе полагается какая-нибудь награда. Да ну, ничего я от тебя не возьму. В крайнем случае, как-нибудь поставишь мне выпивку. Договорились. Так. Стой. Задание. Мы все-таки здесь по другой теме, блядь. Это бастион, используя стильный кира, смотреть старый бастион. Не, подожди. Охота за сокровищами, вот. 456 метров. Куда мне нужно двигаться? Ага, все ясно. Жалко, да, жалко, что нету. Опа, уровень 28. Я не знаю, что в целом прокачивать. Я уже просто здесь прокачиваю. Пусть типа будет. Пусть будет вся красная. Не почему-то не написано. Не написано это. Где, блядь, вообще моя лошадь? Вот она. Куда скакать? Шевелись, плотва. Типа, ну как в ту сторону, я типа не могу. Мне сначала надо спуститься вниз, я понял. Сорян. Мне типа в правую сторону от озера. Хата у озера. Не торопись. Слушай, ну мне дальше надо. Так, и чё здесь? А, о. Здесь стоит осмотреться. Так, секунду, по работе. Найти. Ну давай найдем. Ага, я нашел, блядь. Все? Это штаны. Так, это улучшение. Типа все. Это все улучшения, которые здесь есть, или что? Давай задание. Так. По заданию охота за сокровища. Здесь. Ну только вот это, если найти записки Осмунда. Все остальное. Ну вот я хочу сразу, да? Мы сразу, в принципе, и закончим этот движ. Это где-то.
давай погнали, окей, погнали отсюда вам. Ведь у меня она... Ей вообще пофиг. Моей лошади, блядь, вот смотри, что она делает. Она жопой дышит, что ли, там? И чё мы эти... Сейчас, короче, до дома здесь добежим. И до хаты. Хата какая-то здесь есть, блядь. И от хаты, в принципе, тэпнемся. Не знаю, стоит ли заглянуть вообще в саму хату. А тут ничего и нету в хате. Окей. Так, нет, не сюда. Ага, в сам Кардморхен, короче, тэпаемся. Там. Я надеюсь, она меня приведет к тому месту, где я должен найти эти чертежи. Не знаю, по ХП у меня там на всякий случай бахнем водичку. Надо мне, блядь, повыёживаться. Так, слушай, ну где-то здесь записки, я считаю, да? Где-то наверху, блядь, стопудово. Давай. На видном месте они точно не могут быть. Да, я же сказал, где-то вот здесь. Записки. Свершилось! Настал таки этот день. Доспех, над которым работал Рейднат, оказался в разы прочнее того, что был эталоном в школе Волка. Мы поначалу не верили, будто его можно улучшить, не утяжеляя. Но после испытаний стало понятно, что у нас просто не было нужных материалов. Скоро поеду в Новиград, встречусь с Рейнардом, поговорим про новый доспех. Посмотрим его в деле. Можно... Может, найдем, что еще улучшить. Свои соображения напишу ниже. Как вернусь, приложу к чертежу. Найти записки. Подожди... А я что сейчас, блядь, прочитал по-вашему? Я не то прочитал, я понял уже. Так, книги, записки. Вот записка, да? Все, что он тут предлагает для улучшения доспехов, бесполезно. Согласно хроникам конца 20 века, Осмунд получил тяжелую травму головы и так не добрался до Новиграда. Лекарь школы нашел у него серьезное повреждение мозга. Осмунд не говорил и едва мог общаться знаками. Рейнет пропала с ним и чертежи доспехов в записке сохранения по причине их исторической ценности, потому как никакой другой он уже не предоставляет. Хм. Значит, чертежи Рейнольда и есть ключ к заметкам, которые я нашел в Каэрморхене. Теперь у меня есть все, чтобы изготовить доспехи. По факту я теперь вообще все, да, могу сделать? Мастерски забытый стальной меч. Мастерски забытый серебряный меч. Но новых предметов я там что-то наполучал. Прямо я до сих пор их даже получаю. Я не знаю, но я 28 уровня. Возможно, какие-то доспехи я и не смогу. А, гроссмейстерски забытый меч. Да, какие-то, возможно, я и не смогу прям получить. Так, давай я тут... Так, это я оставлю. Доспехи. Мечи крутые, блядь. Но мы сделаем круче мечи, поэтому... Тор Хайер.
А тут какой-то дуэт тоже интересный. Ладно, его тоже оставим на всякий пожарный. Все остальное сольем. А где я теперь могу сделать? Кто мне может помочь в этом деле? Как я понимаю, здесь мне никто не сможет помочь. Это значит, мне нужно отправиться в Новиград. В Новиграде этот пельменник может мне сделать. Нет, я еще подпрыгнул. Так, Новиград. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар. Надеюсь, у меня еще все ингредиенты есть. Ну, в принципе, если каких-то ингредиентов нет, я смогу их и купить. Сейчас проверим, сейчас затестим. Ненавижу блядей. Вот гнида. Смотри, куда прешь. Это Новиград, не твоя деревня. Ты. Что, седой, приключения ищешь? Вечный огонь, не дай мне воды. Что-то я не могу понять, где я бегу. Опа, я перебежал. Им все мало. Видеть не могу. Ты можешь стесняться. У меня найдешь все, что нужно. Да. Я что-то сначала не туда стартанул. Привет! Здравствуй. Здравствуй, Геральт. Так, давай сначала... Покажи мне свои товары. Нет, там есть... Да, вот такие штуки. Я продам. Все. Ремесло. Что, начнем с серебряного меча. Начнем с забытой. Забытый серебряный меч. Так. Мастерски забытый меч. Типа тут мой знаков. Так, отличный серебряный меч. У меня почему-то его нет. Так, серебряный меч школы Болк. Но он... Так, улучшенный серебряный меч. Это типа серебряный меч школы Болк. Слушай, он даже намного лучше. Давай. Так, значит, школа... серебряный меч школы Болк. Цена. Изготовим? Изготавливаем. Есть такое. Теперь... Мне нужно улучшенный серебряный меч. Ситок метеоритного. Все. Изготовить. Он уже мощнее. Он уже мощнее. Так, после улучшенного что идет? Отличный серебряный меч, да? Так, улучшенное я сделал. А почему у меня отличного нет? Я что-то понять не могу. Так, может быть... Нет, отличный где-то... Где-то, блядь, я проебался. Где отличный меч? Так, хорошо. Мы в любом случае уже сделали этот меч. Короче, ребят, надеюсь...
Я, короче, чтобы, да, не томить, я, короче, сейчас за кадром... Будь здоров. Сделаю все мечи, все обмундирование. И если что, расскажу вдруг, ну, если с чем-то я столкнусь, что-то не так, я, конечно, вернусь и расскажу в следующей серии. На этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Виктор про игры и увидимся на следующих видео. Пока-пока.